Джабадай Чокс – бешеный тип. Кто? Главарь угреедов? Он самый. Малышка Луни хотела платить ему мзду. Так он в одно мгновение схватил ее за руку и откусил палец вместе с кольцом. Она поди сникла сразу. Конечно нет. Влепила ему со всей дури. А Чоукс только ухмыльнулся и колечко в карман упрямо. Вот говночист. У него поди колечко целая коллекция. Хочешь наехать на него и обжонать? Тут что-то не так. Почему леди Мэриголд носит этот змеиный браслет? Она не знает, что он проклят. Самое интересное, что он...
спрятать его и никому не говорить, что оно в канализации. Иначе они придут и убьют меня во сне. Боже, а вдруг мрак? Это они и есть. Вы поможете несчастному балаганщику? Боги, боги, боги. Ты словно рыжую Дженни увидела. Ужинала вчера? Нет, мы с Элдоном голодаем по очереди. Так можно дольше протянуть. Держись, держись. Вы поможете... Товары для воров по грабительским ценам. У меня есть товары для темных дел. Береги себя. Я стану нищим посмешищем. Кошмар! О, добрый человек! Я... вы поможете мне, да? Я великий Виторий. Хозяин ярмарки чудес. Куратор чудес. Каждый слышал про Виторий из далекой Иллирии. У меня был знакомый иллириец. Он говорил совсем не так. Что? У тебя акцент отклеился. Черт, зато это иллирийский конский волос. Это же спектакль, работа на публику. Вся наша жизнь — театр. Уж вам-то не знать, сэр, а? Нет? Мне сказали, тебе нужна помощь. Да, тяжелые времена. Сперва стража конфисковала корабль. Потом туда проникли воры и утащили мои лучшие развлечения. Бесценные вещи. Ищешь новые развлечения? Нет, я... Я знаю, что тебя заинтересует. Вообще-то вы понравитесь публике. Дамы любят мужчин в коже. Я не горю желанием. Ах, жаль. Ну, тогда помогите вернуть пропажу. Что скажете? Будьте другом. Так, первая пропажа. Говорящий череп провидец. Уникальная вещь. Скажите, друг мой, хотите ли вы узнать свое будущее? Дай угадаю. Я найду череп, а ты мне отсыпешь кучу монет. Ха! Отлично, сэр! Даже череп был бы в восторге. Куча сильно сказано, но я вас не обделю. Украдите череп у мерзавцев, стащивших его у меня. Воздайте им по заслугам. Эй, ты! У меня для тебя кое-что есть. Что скажете? Возьмётесь! Где человек сомнительных моральных устоев может сбыть провидческий череп? Я знаю одно место. Black Market. Товары для...
Это я возьму. Надо было меня не с собой. Нельзя делать серьезные дела на том суку, на котором сидишь. Он спрятан в безопасном месте. Боги на пороге! У тебя 10 ударов часов, чтобы притащить его сюда! Или ищи кому еще впарить свое барахло! Тише! Не гони туман! Я мигом обернусь. Ленни! Мастер-пьяница. Я уже пару раз тебя обокрал. Хочешь еще? И как мне открыть эту дверь, если ручка туда-сюда бегает? Дверная ручка. Эй, вы слушаете? Огонь Кубы. Бурик его разберет. Что такое? Трудно понять, как люди вообще живут на острове. Да, меняется.
академии. Эй, кто там? Что-то я плохо вижу. Пора очки носить. Парни, это я. Какое счастье. На месте пришел. Вся команда в сборе. Клянусь, Дит Камерорка, давно не виделись. Часа три, Ленни, не больше. Что? Время летит незаметно, да? Давайте выпьем за старое знакомство, пока есть что пить. Блин, трубка погасла. Спички есть? Вкус знакомый до жути. Да, ты туда нассал в прошлый раз, когда тут. Парни, дайте огоньку. Дайте что-нибудь глотнуть. Мне надо запить. Давай. Штовчик, чтоб прошла тоска. И рюмашку для рыска. Эй, вы слушаете? Огоньку, бэк. Совершенно бесплатно. О, сэр, мне так холодно и одиноко из-за этой блокады. И... А, это ты? Рози, Рози, Розочка, прыгает как козочка. Отвали, Ленни. Что скажешь, Розочка, прошвырнемся? Нет, даже если его светлость лично прикажет. Сейчас намели, так что в дом, ладушки, лишь меня знаю. Уже себе в штаны засунь, они непривередливые. А это кто еще? Твоя сестренка? Нам надо познакомиться. Уберись, Ленни. Ты моих настоящих клиентов отпугиваешь. В районе знал, что мы тут. Мимо меня воры не пройдут. Точно. Они прямо через твою пьяную душу перешагнут. Вот только отстрел закрываться можно. Дождешься от вас поддержки. Прочь с дороги. Я поделал. Очень важно было. Следить за Лей не та еще работа. Зато он вывел меня на свою банду.
ты нашел покупателя для этого своего дерьма? Или тебе придется с ним искупаться? Но я не умею плавать. В этом весь смысл, идиотина. Сколько кораблей в борту застряло, а ты обокрал плавучий чест. Кто купит это дерьмо? Я еще помню твою шикарную идею вломиться в лавку чучельника. А я рассказывал? Я когда у герцога Торберна работал, старый жердяй собирал чучела медведей. Меня одно испугало, как я его нашел. Лени, отдавай. Какой у тебя план? А, да. Я продам череп любому Робби с ворот ложного шафа. Скорее бы его сбагрить. Черепа они жуткие. И у нас у всех такое под кожей. Вы когда-нибудь об этом думали? Трикстер лукавый, Лени, ты тупой, как лопата. Сколько? Сколько чего? Монет, Лени. Монет. А, ты хочешь мелочи стрельнуть в дом? Слушай, Берни, я малость на мели. Понимаешь, да, это... Мал, бери тебя, побери. Сколько монет любой Робби тебе обещал за этот драный череп? А, много монет, много. Я даже на зуб проверил. А то я как-то прикусил золотой и насквозь. Эта дрянь была из... Леди, если ты не соберешься, я тебя в канале схороню и спляшу над тобой с твоей матушкой. Эй, ты не говори так о маме моей. Я у нее любимчик был. Так ты не один такой. Эх, маманя, могла всех мужиков в деревне перебить за раз. Это многое объясняет. Да, я из большой семьи. Нас целая куча. Мама тогда была ого-го. Грудью всех выкормила. Говорила, поэтому мы такими и выросли. Это объясняет еще больше. Любила заложить, да? Да, это у нас семейное. Все, с меня хватит. Добивай, потом иди и ударь по рукам, чтобы сделка не сорвалась. Я сейчас только соберусь силами и двину. Вы бы знали, как я сюда добирался. Жутко устал. Thank you.
выходи давай из тени, не стесняйся. Какой толк искать драку, где ее нет? Хорошая находка. Это похоже на реквизит Витори. Только череп настоящий. Ты встретишь незнакомца вскоре. Угрюм, высок он. И хорош собой. Ты завоюешь сердце знатного господина и будешь купаться в роскоши. Там кто-то есть? Какая, блин, роскошь? Лени, это ты? Я рада, что тебе весело, засранец. Эй, кто там? Бойся хромой души с черным кошельком и глазами, как угли. Басса есть конкурент в категории «Самая большая глотка в городе». Но Басса у меня вызывает больше доверия. В Риверсайде полно банд, вроде тех же угриедов. Лучше идти дворами и не нарываться на проблемы. Ugh!
Надо спрятать его и никому не говорить, что оно в канализации. Иначе они придут и убьют меня во сне. Боже, а вдруг мрак? Это они и есть. О, боже. Я стану нищим вы вернулись. Великолепно. Вы вернули мой череп, сэр. Великолепно. Ты встретишь незнакомца вскоре. Угрюм, высок он и хорош собою. Феноменально! Это он уже говорил. Значит, это дважды правда. Право, сэр, станьте звездой нашего шоу. Я прямо вижу. Черный стрелок. А я вижу, пропал владелец ярмарки. А, мистер Вор, вы вернулись с победой. Прекрасно. Вы молодец. Может, я все-таки смогу вас заманить к нам на ярмарку? Кожаная легенда. Сэр, я сейчас чрезвычайно занят одним важным делом. Вы не могли бы прийти сюда чуть позже? Да. Сэр, я сейчас чрезвычайно занят одним важным делом. Вы не могли бы прийти сюда чуть позже?